Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 1, урок 44. Объясняем по схеме, какие действия выполняют в начале, а какие потом в выражениях без скобок. В выражениях без скобок выполняют по порядку слева направо сначала умножение или деление, а затем сложение или вычитание. Рассмотрим выражение. По порядку выполняем сначала умножение, то есть 4 умножаем на 3, будет 12. Затем деление, 9 делим на 3, будет 3. Теперь от 12 вычитаем 12, получившихся при умножении, и прибавляем 3, получившихся при делении. 12 минус 12 будет 0, а 0 плюс 3 будет 3. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.